Массачусетс, октябрь 2001 года, 20 часов 30 минут. Это Фиск. Я надеюсь, ты хорошо добралась. Я уже слышу, как ты ругаешься. Но у меня тут были дела. Да, я знаю. Я обещал, что скоро вернусь. Но через человека по имени Джонсон я смог попасть на остров, чтобы расследовать важное происшествие. Я не могу долго говорить. Надеюсь, теперь ты понимаешь, почему я не сдержал обещания. Я вылетаю завтра. Оставил записку на столе в офисе. Скоро увидимся, Камби. Да, и чуть не забыл. Если ты хочешь связаться с Джонсоном, его телефон 555-1495. Бостонский полицейский департамент. Фамилия Фиск. Родился 17 февраля 1944 года. Дата смерти 24 октября 2001 года. Где-то в США, 31 октября 2001 года, 18 часов 43 минуты. Итак. Вы будете на теннисном острове в ближайший час. Все вышло не очень гладко, но у нас действительно не было выбора. Так что с профессором? Мы убедили профессора Алин Седрик на сотрудничество с нами. С ней никаких проблем. Мне нужен перевод этих скрижалей. Вам ясно, Джонсон? Абсолютно, сэр. Папа? Папа! Мисс Седрик! Алин, очнитесь! Что? О, простите, извините меня. Вот, вам это, возможно, потребуется. У вас есть рация? Да. Алин, когда мы прибудем на остров, держитесь поближе ко мне, если хотите остаться в живых. В живых? Разве там опасно? Меня наняли для помощи в переводе камней Аркана. Я буду работать с профессором Мортоном. Мой лучший друг погиб из-за этих скрижалей. Его убили на теннисном острове. Я клянусь, я найду того, кто это сделал. Мне очень жаль. Послушайте, мне известна репутация профессора Мортона. Он ученый, крупный исследователь. А для меня он один из подозреваемых. Приближаемся. Теннисный остров. Что это было? Мы теряем управление. Осторожно, придется прыгать. Сейчас.
Алин! Алин! Камби, ответь мне, пожалуйста. Алин, ты в порядке? Эй? Как я могу быть в порядке? Что это было? Да что здесь происходит? Ничего не могу предположить. Послушайте, я хочу выбраться отсюда прямо сейчас. Честно. Я кое-что придумал. Где именно ты находишься? На крыше какого-то особняка. Я чуть не погибла. Мне действительно страшно. Пожалуйста, сделай что-нибудь. Я нахожусь в лесу в 100 метрах от здания. Вы меня видите? Вижу тебя. Помоги мне, ради бога. Включи свой фонарь. Я теперь тебя вижу. Окей, я тебя тоже вижу. Вот что мы сделаем. Проберемся внутрь и найдем, где спрятаться. Я вас найду. Сколько это займет времени? Я не знаю. Что? Алин, я приду за тобой. Я обещаю. Торопись. Thank you.
боже ты мой! Нет, нет, не двигайся, не двигайся! Оставьте меня, я умираю! Кто сделал этот остров? Адская бездна. Нет людей, только монстры. Бегите, убегайте любым способом. Как вы сюда попали? Ловко. Последняя погрузка. Он убил всех. Послушай, постарайся успокоиться. У тебя есть оружие. Вот несколько патронов. Пойду поищу помощи. Но ты умрешь, как и все остальные. Бегите. Я вернусь.